Сегодня у меня к вам инвестиционная идея. Я в последнее время стал звездой ТикТока, поэтому научился говорить быстро. И это видео будет коротким. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демидков Юрий. Недавно мне поступило инвестиционное предложение от открытия брокер, которым я хочу с вами поделиться. Это инвестиционное предложение на акции Белуга Групп. Белуга Групп – это один из крупнейших в России и в мире производитель алкогольной продукции. Очень много элитной алкогольной продукции выпускает. И, соответственно, они решили, что нам производить эту продукцию, будем-ка ее и продавать. И они начинают развивать сети магазинов фирменных под общей маркой Винлаб и хотят очень быстро эту сеть расширить, поэтому это расширение бизнеса требует новых инвестиций. И они намерены привлечь дополнительный акционерный капитал, разместив до 12,7% акционерного капитала из квазиказначейского пакета в рамках вторичного публичного размещения на рынке, то есть SPO. Объявленный ценовой диапазон размещения составит 2800-3200 рублей. Ну, что это значит? Это значит, что сейчас часть акций, которые существуют на балансе Белуга Групп, они продают. И к тому же выпускают еще новые акции для того, чтобы расширить вот этот вот бизнес. То есть бизнес расширяется, получается больший холдинг. Здесь вот мне прислали аналитический комментарий по Белуге Групп. Если захотите его получить, можно его скачать у меня. Сейчас я покажу как. Ну вот финансовые показатели и так далее. Вот она, SPO и оценка стоимости. Предполагается, что вот эта вот оценка 2800-3200 рублей предполагает дисконт в пределах 25% к уровню закрытия торгов на Московской бирже 3 июня 2021 года. Что еще могу сказать, что надо поторопиться, потому что книга заявок формируется прямо сейчас. Для того, чтобы поучаствовать в этом SPO, надо позвонить своему личному менеджеру, своему брокеру и сказать, что я хочу поучаствовать в SPO Белуга Групп и получить. Смотрите, еще раз говорю, горизонт, диапазон размещения 2800-3200 рублей, то есть это аукцион. Вы говорите, я хочу инвестировать вот такую-то сумму, на столько-то акций и произвольное количество на самом деле. Вы говорите, вот в аукционе я хочу поучаствовать по какой-то цене вот из этого диапазона, и ваш менеджер примет эту заявку. Комиссия за участие SPO, как, ну, по крайней мере, у открытия брокер, как за обычную торговую операцию. Вот так можно поучаствовать в аукционе на SPO. Аналогично так же, как IPO. Вот таким образом. Что еще можно сказать? Давайте посмотрим на акции Белуга Групп. Вот акции Белуга Групп. Смотрите, они недавно еще сильно росли, очень сильно была шумиха такая, что они растут, 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 растут интенсивно. Потом вот Белуга Групп начинает размещать, сейчас она продает часть своих акций. Посмотрите, текущая цена 3192 рубля. Соответственно, вы можете от 2800 поставить цену до 3200, ну, практически до текущей цены, и поучаствовать в аукционе. Заявка на аукцион, ну, принимается брокером, вы участвуете в аукционе, а дальше выигрывает сильнейший, тот, кто предложит большую цену. То есть, если вы хотите наверняка купить, то надо ставить максимальную цену, потому что, ну, вы можете поучаствовать, там, скажем, 3150 рублей, и все, у вас примут заявку, а дальше исполнится она или нет, ну, это уже как получится. Вы можете поставить 3000 и так далее. Цена может быть произвольная, как я уже сказал. Горизонт инвестирования там, ну, вы можете сразу после SPO эти акции продать, но, вообще говоря, горизонт инвестирования там в районе там года-двух, потому что этот бизнес должен, ну, как бы расшириться, а потом начнет приносить прибыль. Поэтому акции будут расти.
Но не сразу, возможно. Вот такая инвестиционная идея. Если вам понравилась эта идея, если вы хотите поучаствовать, и если вы хотите получить вот эту самую презентацию, которую я показывал, надо зайти вот сюда, на сайт dimitkovyur.com. Вот здесь есть все мои контакты, и вот здесь есть кнопочка «У меня вопрос». Нажимайте на эту кнопочку. Ну, вписывайте тут необходимые свои данные, фамилия, имя, отчество, e-mail, телефон. E-mail, очень часто люди ошибаются, поэтому я прошу телефон еще, потому что если почта определит, что e-mail не работает, то я на телефон смс-ку пришлю соответствующую. Город нужен для того, чтобы, ну, ближайший крупный город, чтобы знать, в каком регионе хотя бы вы находитесь. И, значит, тема. Вот здесь вместо темы надо написать, что «хочу». Презентацию Белуги. Ну, собственно, все. Вот, можно здесь еще раз это же повторить. Вот так. Вот так. И все, я пришлю вам вот на этот указанный e-mail эту презентацию. Мне ничего это не стоит. Собственно, все, нажать на кнопку «Отправить» и все. Ну, здесь я не могу сам себе отправить, потому что она будет ругаться, поэтому я не буду показывать до конца. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий, пишите, интересуйтесь, инвестируйте и удачи вам в ваших инвестициях. На сегодня все, до свидания.